Эдуард Асадов, письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновника любви. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, словно жене. Читаешь письмо, а видишь мальчишку, немного лентяя, и вечно не в срок, бегущего утром, с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первую ложку. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойки дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были, мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказки, все в дымке, как снежные горы. Пусть так возвратимся, оценим войне. Сейчас передышка, сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по мирному гуще лесов, как в детстве, не слышится голос кукушек. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. Пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом склонившись, мне тихую песню поешь. И вместе со мной к далеким победам солдатской дороги незримо идешь. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, походу дышу. Я знаю, что ты меня благословил, и завтра, не дрогнув, я буду. Для вас читал Комаров Матвей.